О боже мой! У меня пожар случился, пожалуйста, спасите меня! Да, давайте, конечно! Привет, меня зовут Марк. Сегодня мы будем открывать полицейскую машинку. Марк, что? Смотри, у нас здесь полицейский участок и полицейский, да? Да. Значит, машина у нас будет тоже полицейская, да? Как ты думаешь, какая модель машины? Да не знаю. Ну, подумай, какие полицейские у нас есть и какие еще. Ламборджини есть. Форд. Да. Шевролет. Да, да, да. И... Да, у нас два Форда. Два Форда. У нас пикап и седан. Купе, да? Да. Новая машина. Новая машина. Напоюсь. Полицейская машина у нас. Ну, пазик. Как? Полицейский пазик. Пазик? Пазик, да. Советская машина. А как ты это сделал? Открыть дверь еще. Открыть. Класс, какая обалденная машина полицейская. Ну что, откроем ее? Да, а как? Смотри, Марк, у нее откидывается тен задний. Она у нас музыкальная, открываются двери, да, музыкальные. И тут еще в тене что-то есть, он снимается, что-то там еще есть. Сейчас посмотрим. Тен у нас съемный. Марк, смотри, тут у нас может поместиться сюда машина, она может подрабатывать как эвакуатор эта машина. Вот он. Открывается сзади. Здесь вот такие у нас крепления. Раз. И второе. Два. Два. Раз, два. Вот так вот ставим, и может машинка сюда зайти. О боже мой! У меня пожар случился, пожалуйста, спасите меня. Да, давайте, конечно. Вам срочно нужно на станцию техобслуживания. Да! Сейчас мы будем вас чинить. Спасибо, что вы спасли меня. Не за что. Обращайтесь в случае необходимости.